Горсправка. Как получить путевку для ребенка в детский загородный лагерь? Путевку в загородный лагерь или санаторный лагерь родители могут получить по заявлению, начиная с 9 апреля 2018 года, и сделать это включительно до 30 апреля 2018 года. Двумя способами. То есть заявление можно направить через многофункциональный центр. Многофункциональные центры в Первоуральске будут работать 9 апреля с 8 часов утра. Либо зайти на портал Е-услуги образования и заполнить там регистрационную карту. Если родитель приходит в многофункциональный центр, то все документы и их копии он отдает туда. Если родитель регистрируется через портал Е-услуги образования, то в течение 10 календарных дней после того, как он сделает скан или распечатку вот этого регистрационного номера, может подойти и нужно подойти в кабинет номер 113 на Ватутина 17 в отдел оздоровления и отдыха. Задавайте свои вопросы и смотрите ответы в программе «Горсправка» и на сайте первомедиа.ру.